Всем привет! В общем, сегодня едем косить жереха. Собрались в поездку. Взял с собой мальчика. Кто скажет, что это девочка? Пусть первый меня кинет камень. Он обещал сегодня целый мешок наловить рыбы. Говорит, одного пожарю, из одного уху сделаю. Что там еще один был? Хе, да? Да. Ну и все, я говорю, три штуки, значит, хватит. Нет, нет. Ну ладно, больше наловим. Четыре. В общем, сегодня уже довольно так прохладно. Катим по степям, по солончакам, по пескам. Сейчас доберемся до места, включусь. Надеюсь, что жерех стоит. Ждет нас. Ага. И будем косить. На каждом забросе жерех. Запомните. Да, да. Дядя Толя просто никогда так не ловил. Вредно не мечтать. Но он думает, что это сказки все, что на каждом забросе можно жереха ловить. Ты сказочник, да? Но это не сказки. Надеюсь, что сегодня это будет быль, а не сказка. В общем, попробуем. Всем приятного просмотра. Дядя Толя, как всегда, не здоровается, невежа. Привет. Привет. Вас так зрители любят, там такие сообщения пишут, а вы с ними даже не здороваетесь. Ладно, все, поехали. Все, в общем, доехали до места. Ищем клещей. Дядя Толя недовольный что-то. Дорога слишком длинная. Нормально. Целых 100 километров. Но просто по дороге по такой. Забирайте. Подарок. Подарок. Дядя Толя вещей понабрал, капец. Кто бы говорил, а? Как на зимовку собрался. Сам спиннингов набрал, блин, столько рыбы нету, сколько у тебя спиннингов. Блин. Рыба есть. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, как ты будешь ловить, а потом я. А, вы думаете, если я поймаю, потом вы начнете ловить? Тут, блин, дядя Толя, рыбак, блин. Приехали на рыбалку, я здесь собираю спиннинги, всю фигню. Он стоит, ничего не делает, говорит, что, может, садок достать? Ну, дядя Толя, закройте машину потом. Сейчас посмотрим, что здесь. Есть жерех, нет его. Сейчас только что, когда подъехали, барсук отсюда стартанул. Жирный такой. Он здесь вдоль берега и вот туда в лесок ускакал. Первый раз, кстати, видел, по-моему, барсука вообще здесь. Ну что, пока близко подходить не буду. Начну вот отсюда со струи. Вот уже следы есть. Уже кто-то здесь сегодня был, прошелся. Жереха не видать. Ну, вот здесь кто-то уже, я говорю, потоптался неплохо. Мелочь вообще. Первый пошел, но мелкий.
Ну, блин, давай. Оп. Ну чё, ё-моё. Давай. В общем, с берега ноль. Ну, как не ноль, мелочь. Сейчас поплывем на лодке, решили все-таки. Лодку-то держи. Ага. Спал пинка, блин. Так и знал, что так будет. С этим мотором уже давно все известно. Приплыли. Че, готовы? Ладно, пусть поработает. Потом туда. Сейчас сперва здесь попробуем. Холодно, да? А, не очень. Ой, ё-моё, чё такой мелкий? Где крупняки? Ё-моё, да не, это мелочь, куда его? Там одни кости, блин. Сейчас поймаем что-нибудь крупнее. Просто стайку надо подэтовать. Так, где он клюнул? Надо теперь в голову выше чуть-чуть, значит, кидать. Там могут крупняки стоять в голове. Что случилось? Ничего. Ничего? Может, расскажете? Спиннинг. Берег утащил. Ой, дядя Толя, спиннинг уплыл, говорит. Вон он плывет такой. Ай, блин. Ай, дядя Толя. Прикиньте, спиннинг уплыл у него. Ой. Как, вот скажите, как? Это главное, что у вас сейчас здесь есть на рыбалке. Спиннинг. Как он мог уплыть? Ой, ё-моё, дядя Толя. И чё, его здесь фиг поймаешь. Если бы здесь миляк такой был, как там сверху. А здесь самая глубина как раз. Ай, блин. Рыба нифига не клюет, короче. Приплыли на берег перекусить, потом обратно в поиске. Не клюет, тут две поклевки и все за все время, и то мелочь. Видимо, стаи здесь нет крупничка. Сейчас будем искать.
катаемся еще чуть-чуть. Время есть. Ну, видимо, просто с утра здесь уже побывали люди. Оп, есть. 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 С утра люди побывали уже. Отловились, видать. Да. 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 Да, сейчас. Ох, блин. Сейчас пойдем. Ну вот, вдоль берега. Берет мелочь. Следующий заброс сразу же. Такая же мелочь, даже еще меньше. Где крупняк? Крупняка нет. Но мелочь есть. Мелочь, конечно, половить прикольно. Но хотелось бы и закоптить жереха. Крючок весь разогнули мне, блин. Гаденыши такие. Только попробуйте утопите, блин. Меня утопит. Это скорее всего. Ну чё, погнали? Что, крупный? Не знаю, на течении тяжело тянет. Ага, нормальный, наконец-то. На какой конец? Блин, такой тяжелый. Да, блин. Да ё-моё. Тише, тише, сейчас может тройник вам в руку войти. Точно? Да. Нафига он снаружи как-то. Вы хорошо держите? Да. Как он так на два крючка еще сверху? Все, собираемся. Вот такая вот рыбалка, блин. Ожидание и реальность называется. Дядя Толя, чё, как настроение? Нормально. С чего бы это? Утопил, берега поймали, чё ещё надо, блин? Удочку затопил, да? Классно, блин. Слава богу, сами не утонули. Да, это точно. Ну что, в тот день нам так больше ничего и не удалось поймать. Клёв был слабый. Ну, моторки катались, может быть, поэтому, не знаю, может быть, эти места уже с утра
пробили рыбаки неплохо. Не знаю, то ли не нарвались на стайку рыбы, но больше ничего не поймали, в общем. Сегодня я один приехал, накачал лодку уже в другое место. Буду пробовать опять жереха ловить. Посмотрим, что из этого получится. Собираю сейчас два спиннинга и в бой. Посмотрим, удастся ли что-то поймать в этом месте. Может, здесь нарвусь на что интересное. Мне кажется, что я вижу стаю жереха. Конечно, могу ошибаться. Но, в общем, направился туда. Иду вдоль берега, как можно выше. Оттуда уже по течению буду сплавляться. Вставать на якорь, если что. Ну, если найду, где жерех стоит, то потягаем. Да, течение здесь приличное. Здесь так просто на веслах не пойдешь. Ну, сейчас я дойду, покуда сапоги позволят. И все. В принципе, можно плыть уже. Мне нужно на границу, вот, где начинается глубина, плавно уходить. Вот надо туда попасть. Здесь пока миляк везде. Все, вот отсюда, пожалуй, начну. Здесь уже более-менее глубина. Начнем поиски. Есть первая поклевка. Нашел вот здесь место такое интересное. Говорю, я увидел, что жерех стоит. Все-таки заметно, когда более-менее стайка такая ходит. И непонятно, здесь вроде бы уже глубоко, и тем не менее какой-то перекат виден. Понять не могу, что за место такое. Но жерех вот он стоит. На ратлина взял. Жерех не крупный, не такой вот. Ну как, у нас таких не отпускают, конечно, большинство считается нормальным, как бы. Но я-то знаю, что это мелочь, и я здесь не за ней точно, поэтому отпускаем. Ну что, еще попробуем. Надеюсь, он здесь не один был. Да, вот здесь как бровка идет, я так понял. Цепляется там. И в такое время, говорю, они обычно прям крупными стайками ходят уже. Ну, сколько я не ловлю в последнее время. Они, блин, 1-2. Все. С одного места.
еще одна мелочь. Не видать крупника. Почему-то не знаю. Только мелочь и все. Фу. Потихоньку, в общем, вниз. Так всплываю. На якорь встаю, раз, побросаю. С того места хорошего ушел, потому что там, блин, зацеп случился. Я подумал, сейчас сплаваю на веслах, отцеплю, ага. На таком течении нереально там так встать, чтобы, блин, отцепиться. И, короче, пришлось оторвать, все расшугать там нафиг. Потом еще раз можно будет туда, как все подуспокоиться, отправиться. Есть. Есть. О! Что-то даже интересное. О, хотя, может быть, опять и мелочь. Пока непонятно, просто он так стукнул серьезно. Но опять не крупный. Ну, такой, конечно, на сегодня это, наверное, самый крупный. Но это не то. О, такой вот. Да стой ты, блин. Ой, закровил. Наверное, придется забирать, да, его. Ну, хотя нет, это не жабра вроде бы у него там. Сильно закровил, но придется забирать его. Заглотил сильно, блин. Да, жабру чуть зацепил все-таки, оказывается. Ну, ну ладно, заберем, что делать. Ну вот они берут на сливе. Я неправильно встал, хотел вот там где-то подальше встать. Снесло просто, вот как раз здесь перекат идет. Вот на нем они и берут как раз таки. Есть. Опять, наверное, мелкий. На течении, кажется, крупняк. На течении-то он, конечно, как крупняк. Кажется. Ну, блин, все стандартные. Такой серебрянка. Так, сейчас аккуратненько его надо отпустить. Тоже зацепился. Так, неудачно под низ. Но, думаю, здесь попроще. Угу. Все, ушел. Тусуются они здесь.
Так, ну здесь я уже поклевок не получаю. Сейчас чуть-чуть пониже спустимся. Сейчас правильно встану. Не как я до этого встал. Вот здесь и будем ловить. Место просто обалденное. Опа, блин, был удар. Слетел. Один крючок стоит на ратлине. Ё-моё. Но ударчик был. А ну-ка, сейчас туда выше бросим. Надо все облавливать. Блин, веревка длинная, несет туда на течение. Ну что там? Опять мелочь? Нет, это тоже такое, чуть-чуть покрупнее. Хотя, все равно, практически то же самое. Почти-почти. Блин, на все три крючка засел. Так. Вот такой вот зверёныш. Так, ну что, пожалуй, на этом я закончу эту серию, потому что оттуда съемка, отсюда. Мне уже писали, что не любят очень долгие видео. В общем, я здесь, наверное, все-таки останусь с ночевкой. Буду искать крупняка, плюс хочу еще вечером и утром рано пойду пробовать судака ловить на джиг, там в затяжке. Еще кое-какие хотел снасти установить, но, блин, забыл в гараже то, что для этого нужно. Ну ладно, ничего, посмотрим. В общем, я еще здесь, считай, буду полтора дня, около двух. Все, давайте увидимся в следующем видео. Надеюсь, я здесь нарвусь, наставил крупняка и подербаним офигенно. Если что, в следующем видео все смотрите. Все, всем пока-пока, всем удачных рыбалок.